не хватает. Отбились, наверное, а мы не заметили. Как же заметишь такой буране? В двух шагах ничего не видно. Останься здесь. Буран немного утихнет. Дашь овцам фен. Пойду лошадей посмотрю. Скоро выезжать. А дорога дальняя. Угу. Азим, будешь чай наливать? Хорошо? Хорошо. Джамал, ты на меня не в обиде? За что? Чтоб чабаны сагитировали. Да чего уж теперь? Нам-то что? Вот маме только трудно одной варили. С ней Нуриля. Нуриля весь день в школе. Какая от нее помощь? Не замерз ты? Ух ты мой хороший. Да что, она взбесилась, что ли? Господи. Что это с ними? Не знаю. Испугались что-то. Тихо. Тихо, милый, тихо. Делис. Может, выйдем на дорогу? Еще случится что? А? А что может случиться? Да мало ли, вдруг заблудимся. Волки. Не бойся, не заблудимся. По дороге когда еще доедем? А так раза в три короче. Ты отпусти поводья, лошадь сама знает, куда идти. Как ты себя чувствуешь? Уже лучше. Здравствуй, внутик. Детей оставлю, а сам в больницу. А я как знала, что все этим кончится. Слезай, милый, слезай. А ты, Нуриля, веди их в дом. Пошли, Азим. На тракторе что, плохо работает? Так нет, его в чабаны потянуло. Жизнь в горах суровая, не каждому по плечу. Ах, сынок, сынок. Джамал в больнице. Дети здесь. А ты один, как все. Не беспокойся. Thank you.
Делес! Эй, Делес! Выйди на минуту! Выходи! Выходи! Ай-яй, до сих пор спишь. Видно, не зря говорят, что соням сам черт помогает. Твой осмотр меня прислал. Езжай, говорит, к Делесу. Ну, знай, все ли у него в порядке. Что? У него волки задрали, 9 овец. Сколько? 9. Да ну, стая, что ли? Нет, один. Кончай заливать. Один из только зарезал. Про него не такое еще говорят. Когда волчицу застрелили, он совсем был очень. После на целый год затихарился, а сейчас вот снова. Значит, и до меня скоро наберется. А мне откуда знать? Ты у него самого спроси, заявится он тебе или нет. Слезай, гостем будешь. Спасибо. В другой раз. Времени нет. Да. Джамал-то как? Уже лучше. Ага. К горам привыкнуть надо. Ну, бывай. Пока. Союзная партконференция шелководы района обязуются сдать государству 160 тонн кокона при плане 150 тонн. Сейчас идет интенсивная подкормка тутовника. Создано 19 инкубаторий. Планируется изготовить на 150 тысяч квадратных метров стеллажей. На полях колхоза имени Карла Маркса Ленинского района прошел конкурс молодых пахарей. В нем приняли участие более 90 учащихся сельских профессиональных училищ. Они оспаривали почетное право называться лучшими по профессии. Звание «Лучший молодой механизатор» судейской коллегии присудили. Чабан Делес Кадыров в условиях высокогорья производит ремонт кошары. Ого! Ты прямо как по радио говоришь. Спасибо, что навестили. А то я уже думал, загнали в эту берлогу, да и забыли. Но как мы можем тебя забыть, Делес? Знаешь, старина? Так говоришь, берлога. Кошары на открытом месте ставят. Чтобы отару видно было, и что кругом делается. А тут все наоборот. И сам ничего не видишь, и тебя не видят. Логово какое-то. Курманага, вы столько всего обещали. Когда дрова привезете? Уголь. Все будет. Ты вон давай сено принимай. Для тебя самое лучшее добро. Понимать должен. Спасибо, хоть о скоте не заботитесь. Глядишь, и до нас очередь дойдет. А то как же? Я вас думаю. Вот что тебе привезли. И Джамал. Джамал. Ну, хороший. Ну, как доехали? Прямо через перевал. Не боялись? Нет. Вот. Придется машину покупать, чтобы на мне не катались, а то вы видите. Купину махнем во Фрунзе, потом на Иссык-Куль. Я тоже поеду, да? Как же я тебя оставлю? Конечно, поедешь. Вот так вот и поедем. Ну все, слезай. Не слезу. Слезай, слезай, потом еще покатаю. Слезай. Ну?
Джамал. Как увидел эту ущелье. Это зимовье. Не могу сдержаться. Чего и все. Господи, думаю. Опять все то же. Ладно. Завтра поеду к председателю. Сдам мотор и все. Успокойся. А что люди скажут? Одной зимы не выдержали. Да, ты права. Сами себе хомут на шею надели. Может, дождемся ягнят? Все же овцы неплохие достались. Да, овцы неплохие. Породистые. И плов из них неплохой будет. А? Давай одну, а? Ты шутишь? Одну зарезать можно. Они ж колхозные. Ну и что? А как же отчитываться? Ничего, как-нибудь отчитаемся. Все равно трех овец потеряли, а? Так ведь нельзя этого делать. Да чего нельзя? Нет, так нет. Ну, ну, пошел. Кош. Че? Откуда она взялась? Пошли, пошли. Че? Пошла, пошла. Часа? Не знаю, на ней тавра нет. Че? Пошли. Закрой глазки. А то мало попадет. Вот так. Джамал. А? А что с овцой будем делать? С какой овцой? Может быть, приговорим ее, а? Так она же чужая. Уже два дня никто не спрашивает. Ну и что с того, что не спрашивают? Может, кого из наших? Мухи мыло. Это что же получается? Если не из наших, то можно, да? Ой, да он тебя совсем голову заморочил. Вот. Я у наших спрашивал, у них овцы не пропадали. А, уже. Садись. Сюда, вот так. Послушай, а вдруг приедет кто-нибудь? А, если кто и что приедет, скажем? Будет чем угостить. Белец!
Пошли, пошли, пошли. За работу, Саша, это за работу. Ты еще на собрании выступал. Я по собственному желанию выбрал профессию чабана. Я с самого детства мечтал быть чабаном. Класс, класс! Я всех выпускников призываю идти в животноводство. Ну и болван. Дури, башка. Пошли! Ну вот и стал. Чабаном. Белес. Вот это тебе от животноводов. 12 овец. Спасибо. Приезжайте завтра. После такой работы отдохнуть не грех. Потому-то жирную овцу я и привез тебе. Хорошо. Вот ее и зарежем. Ну ладно. До завтра. Счастливо. Так, Белец, в жизни чабана всякое бывает. Плохое и хорошее. Потому-то нам и надо быть вместе. Создадим бригаду, сразу легче станет. Да я ему говорил, иногда можно кому-нибудь и на курорт съездить. А то один, а та, на кого оставишь? И то правда. Хоть раз в жизни на Исыкуль съездили бы с детьми. Джамал. А, молодец. Дело говорит. Заезжайте, осмотрим. Хорошо. Сначала надо немного привыкнуть к этой работе, а потом уже о бригаде думать. Ну, о чем ты говоришь? Вместе быстрее поймешь, что к чему. Нет, я не согласен. Чтоб все говорили, вот, мол, Белес стал человеком только благодаря Асмону и Арзебеку, да? Ну, что ты, Белес? Ладно, ладно, ты пока один поработай, потом все равно вместе будем. Хорошо. Ай-яй-яй, Белес, какой ты все же упрямый. Счастливой дороги. До свидания. Пока. Эй, что ты встреваешь, когда мужчина разговаривает? Ну что ты? Что ты такое говоришь? Все равно ведь тебе решат. Ну как? Порядок, не беспокойся. Хорошо, хорошо. Сено не жалейте. Да мы и не жалеем. Слабых ягнят отнесите в дом. Ну. Ну как? Не подпускает.
Приучать надо. Потихоньку. Все-таки делаю. Все равно не хочет. Как же быть? Видишь, на ногах еле держится. Сейчас, сейчас. Он думает, отогреетесь. Возьми, сынок, накинь. Вот. Ага. Дышу. А, хорошо. Пошли, Азим. Паша! Осторожнее. Не упадет грязь. Не упаду. Что ты делаешь? Не мучай бедняжку. Они и так еле выжили. Ягнят на каждые 100 овцы маток. Как 110? Тихо. Ты же говорил 115. Ну да. Что по 115 знаем только мы с тобой. А для отчета по 110. А если проверка? Не беспокойся, Джамал. Выкрутимся. Что-нибудь придумаем. А вдруг узнает кто? Лишних спрячу. Куда ты их спрячешь? Цена. Что может быть проще? Да. Сейчас, подожди. Да и кто станет искать? Учетчики управятся. За два. Ну, от силы за 3 часа. И уедут. Зачем это? Азим. Подавай. Ты лес. Давай жить спокойно. Что? Вот умница. Да. Я успокоюсь, когда у нас будут свои овцы. И я смогу зарезать любую из них, когда захочу. Вот так. Вот он. Ты смотри, а? Это бы мог подумать. О! Ты только погляди, Курман, чем занимаются наши кадры. Надо же было до такого додуматься, а? Уж от кого, от кого. Ну, от него я не ожидал. Ишака на выпад гонит, а он в дерьмо лезет. От нашей помощи отказался. А стал бы передовиков, все бы имел. И тебе почет, и колхоза тоже. На одних только премиях сколько бы заработал. А то и в герои ведь мог. Что ж теперь нам с ним делать? Что делать? Подсуд отдавать надо. Да, надо бы, конечно. Только вот малых детей жалко, да старуху мать. А о чем он раньше думал? Теперь уже поздно. Эй, бестолковый. Ради этого идти в чабаны. Из-за 2 десятков ягнят.
Я бы на твоем месте наоборот. Еще своих бы добавил в отару. На свои деньги купил бы и добавил. Вот так бы я сделал. Ладно, чего стоять. Поехали, Курман. Дурак ты. Знаю. Похоже, Арзебековский. Говорю, знаю, запирай ворота. Ты моя. Ты что, выпил? Да, немного. Вот, держи. Держи, держи, а то упадет. Бери скорей. Это тебе. Открой, посмотри. Нравится? Вот. Вот. Ой, сапожки. Ава. Это еще не все. Привет. Вот еще у меня тут. Вот. Где я буду носить? А здесь и будешь носить. Топ, 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 топ. Вот. И тут еще у меня вот. Вот, это велят канату. Канату. Вот. О. А это вот. Это. А зиму. Держи. Вот. Так. Красивый. Ну что, проголодался? Я давно хотела такой платок. Ешь, ешь. Она хотела. А то где был? Что пил? Вот. А может... Может, тебе не хватает денег? Тут мы найдем. Ну? Ну? Вот так, Джамал. Это деньги. Деньги есть всегда и везде. Их надо только уметь взять. Вот. О, забыл. Совсем забыл. Сейчас. Сейчас. У меня тут. О, вот. Зачем? Белес, где овцы Арзебека? Э? Арзебека? Не было никаких овец Арзебека. Я их не видел. И ты тоже. Как так не видел? Вот так и не видел. Что ты несешь? Белес, где овцы Арзебека? Арзебека? Послушай, Джамал, ну что ты мне голову морочишь, а? Когда пропали наши овцы, ты их нашла? Нашла? Так что лучше помолчи. Белес, что же теперь будет? Ты же у своих товарищей. Ты хоть понимаешь этот лес?
Не видишь, как все живут? А? Для чего мы в этой дыре торчим? Мерзнем зимой, летом, изнываем от жары. Для чего? Ну, мы же зарабатываем неплохо. О, Джама, в том-то и дело. Мы с тобой неплохо зарабатываем, верно? Многие зарабатывают меньше нас. Но живут-то они лучше нас, да? Почему? Вот видишь, если жить на одну только зарплату, ноги протянешь. О чем ты говоришь? Не все же такие. Но, слушай, если ты хочешь лекцию мне прочитать, то я в этом не нуждаюсь. Вот Муса с Курманом, мне все уши проезжали. Честно живи, честно трудись, болтуны. Вот где у меня красивые слова. Алкуны. С трибуны одно, а на самом деле все совсем не так, как говорят. А? Почему? Мы с тобой должны равняться на них, Делес. Равняться, говоришь? А почему не должны? А? Почему? Молчишь. Почему? Мы не можем жить так, как они, а? Или это нам не к лицу? Очень даже к лицу, Джамал. С чем это мы с тобой хуже других? Или они небожители какие-нибудь? А мы черви земные? Нет, Джамал, нет, совсем не так, дорогая. Как все живут, так и мы будем жить. Но это как посмотреть. Можно первым что-то решать, а можно и вторым. А сколько я на этом теряю? Прилично. Ты еще полторы потеряешь, а то и две. Скуру порежешь, не торопись. Не беспокойся. А? Курман, да? Поговорите с приемчиком шерсти. Я в долгу не останусь. Ну, ладно, попробуй что-нибудь сделать. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Ты куда сейчас, к себе? Да. А время у тебя есть? Да. Пойдем потолкуем. Да я же не прихожу. Точно. О, Бог в помощь. А, Делес, заходи, заходи. Спасибо, что помогли шерстью. Я сюда положу. Первый год работы. Сразу во все не вникнешь. Ничего, это дело наживное. Я вот, браток, дом выстроил. Думал, жить в нем буду. А теперь вынужден продавать. А почему? Что случилось? Да ничего не случилось. В район переводят. А. Расти надо, браток, расти. Я прав или нет? А может, ты купишь? Чего? Дом. Он только удачу приносит. Глядишь, и ты в гору пойдешь. А куда мне сейчас? А я не тороплю. Сейчас заплачу или потом, какая разница? Подумай. Пошли в дом. Ну, какой? Этот? А, хороший кусочек. И без костей почти. Ну, так как? Вам взвесить? А, Делес. Ну, заходи. Вы меня извините. Так, может, я всего на минутку. Извините. Ну, привет. Как дела? Нормально. Нормально? Угу. Все в порядке. Ну что,
Еще привез? Как и договаривались. Это хорошо. Много? Да. 20 штук. Ну ты даешь. Скоро всю отару сюда пригонишь. А что, можно и пригнать, если нужно. Слушай, деньги очень нужны. Ты еще спрашиваешь, а кому они не нужны? Сейчас, сейчас иду. Пока эти возьми, 1000. Остальные после. Ладно. Ну сколько можно ждать? Вот не терпится. Сказал сейчас. Что за люди 2 минуты подождать не могут? Знаешь что, ты сюда не заходи больше. Конспирация? Сам понимаешь, береженого Бог бережет. Да, все понятно. Без обид, а? Ну, конечно. Ну, счастливо. Пока. Пока. Побыстрее, пожалуйста. Сейчас, сейчас. Пожалуйста, выбирайте, вам готов кусок. Без козли. Тогда вот этот. Самый лучший. Привет. Привет, Делес. Делес. Здорово, Арзебек. Ты что это зачастил на базар? Ну так, по хозяйству. Ну-ну. Пока. Но. Кто его знает? Разные слухи о нем ходят. Дым это без огня не бывает. Это точно. Не бывает. Изменился он сильно. Последнее время избегать нас стал. Но поверишь, что Делес махинациями занимается, я не могу. Ты не подумай, что я наговариваю на него. Подержи. Правду от людей не скроешь. Черт, зацепилась. Ты вот несколько раз звал его в бригаду. И что? Не пришел. И не придет. Джамал, подай гвоздь. В этой комнате Нуриля будет готовить уроки. Как думаешь? Не знаю. Тебе виднее. В этой дети будут спать с бабушкой. А там он в угловой. Гостей принимать будем. А те дальние. Наши хозяюшки. Маме будет трудно смотреть за этим домом. Нуриля поможет. Вот, и решетки на всякий случай. Мама, мама, скажи Канату, чтобы не трогал меня. Успокойтесь. Эй, Канат, а ну перестань. Ничего себе. Тебе. Не трогай буду Нурилю. Буду. Ну ты посмотри на него, а. Ну иди сюда. Салам алейкум. Валейкум ассалам. Пойдем, посидим. Нет, не могу. Пишу. Куда? Опять высокие гости, да? Ага. Эти-то откуда? А, черт. Понятно. А овец каких надо отобрать? Курмановых или колхозных? Сам должен знать. Раз гости колхозные, то и овцы тоже, а? И то верно. Открывай багажник. Угу. Не поймаете, не поймаете. Мурат, помоги. Давай. Yeah.
Берешь. Приехал, сынатик. Ну, как вы тут? Все нормально? Постой там. Зачем? Подожди. Так. Нагнись. Не надо. Мам. Нагнись, тебе говорят. Пусть злые духи вам не место в этом доме. Ну, сплю. Вот еще. Три раза сплю. А теперь иди и не оборачивайся. Ладно, ладно. Сынок. Вот хожу по им хоромам. И глазам своим не верю. Тревожно что-то у меня на душе. Нехорошо. Что нехорошо? Этот дом? Завистливых людей много. Разные, сынок, слухи ходят о тебе. Ай, мало ли что говорит мама. Ничего не бойся. Какие еще слухи? Я свой скот продаю. Пейте, папа. О, спасибо. Садись. Как учеба? Хорошо. Двоек нет? Нет. А троек? Троек нет. Молодчина. Айран, хороший получился. Вы у меня оформили как помощник чабана. Да. И все мы хорошие премии получаем за высокий настриг шерсти, за сохранность поголовья. Я, мама, передовой чабан. Передовой чабан. Спасибо. Еще будете? Нет, пока хватит. И все же, сынок, будь осторожен. Не забывай, что у тебя семья. Фу. Вам не угодишь. То все причитали. Домом, домом обзаведись. А теперь, когда все есть, вы снова недовольны. Приложится. Ничего, ничего. Все будет нормально. На это ничего. Бог. Все будет хорошо. Кстати, мам, вам не тяжело убираться в таком доме? Чего уж тут говорить, сынок? Тяжело, не тяжело. А убираться-то я надо. Я к тому, что... Вот мы с Нурилей потихоньку и... Будет лучше, если мы эти комнаты закроем. Нужды в них пока большой нету. А? Я говорю, может, закрыть. Ну, ладно. Смотри, смотри сам, сынок. Тебе виднее. Да мы сюда и не заходим. Вы говорите, я взрываться?
А я в институт еще пойти хочу, Курман Исаевич. Не устроите меня? На зооветеринарном. У вас там связи? Может быть, сразу в сельхозакадемию? Выключи радио. Останови машину. Останови, говорю. И сними очки. Ты что, не слишком ли ты, соколик мой, стал деловой? Обнаглел. Так просто это тебе не сойдет. Я ведь, знаешь, не все могу. Я давно уже это понял. Не мели чепухи. Что ты понял? Так вот, твои доходы уже кое-кого заинтересовали. Сначала такой дом, потом вот машина. А сколько ты работаешь? А сколько же надо? До пенсии, что ли, ждать? Молчи, дуралей. Кругом такое творится, а ты будто ослеп. Вокруг себя оглянись. Неужели не видишь, в какое время живем? Курман Исаевич. Для того, кто именит это, и немного этого, хороши все времена. А с чего ты решил, что у тебя это есть? Так вот, на днях приеду с проверкой. Приготовь всю отчетность. Ясно? Ты понял меня? Угу. Вот так. Говорят тебе, перестань! Мама! Не плачь, сынок. Не плачь. Нет. Ты чего? Как мы с тобой живем? Я не могу так больше. Не могу. Все время одни. Живем как отшельники. Ты уже на детей бросаешься. Я для тебя не существую. У тебя все какие-то дела. Какие-то секреты. Я тут как прикованная. Сижу весь день, дочь не вижу. Так вот думаешь об этом? Ну, конечно. Я думаю только о себе. Не надо мне ни твоей машины, ни твоих денег. Председателя мы сняли, ничего ему не помогло. А кто мы с тобой? Кто? Белес. Ради детей. Давай бросим все это. Хватит, Джамал, что ты заладила? Бросим. Самому надоело. Ты каждый раз так говоришь. И все остается по-прежнему. Ты ничего менять не хочешь. И к бригаду к Осмону не хочешь идти. А, Осмон, Осмон! Если ты без него не можешь, так иди к нему. Лесы.
памяти у тебя нет. Уже не знаешь, что и сказать. На кого и наброситься. Отстаньте вы все от меня. Надоело. Лежим, а? Прохлаждаемся. А что делать? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Садись. Изаила? Изаила. Ну и что там нового? А что тебя интересует? Самое главное, конечно. Главное. Курмана Муса под следствием. Не может этого быть. Я без шуток. Обоих в район забрали. В район? А что они такое сотворили? Обычное дело. Приписки, взятки. Махинации со скотом. Все наружу вышло. Где вообще? А? Чего это ты? В лице изменился. Кто я? Овец их припрятал. Говори, да не заговаривайся. Каких овец? Но это еще не самое страшное. Тебя могли заставить. Это публика опытная. Но если ты замешан в их махинациях, тогда дело худо. В общем, так. Вчера чабаны собрались и решили. Хочешь быть чабаном? Живи по-человечески. Нет? Тогда тебе лучше уехать отсюда. Чихать я на вас хотел. Советчики тоже нашлись. Я и сам знаю, что мне делать. Не лезли бы вы лучше. Не в свое дело. Ну что ж, так и передам. Так и передай. Да. Мать у тебя давно болеет. Съездил бы. Проведал. Хорошо, что ты нашел время приехать, сынок. Не было тебя долго. Что с вами, мама? Простудились? Ах, болезнь известная. Старость. Старость. Думала я. Думала, полежу и встану. Ах, наверное, не поднимусь уже. Мама, ну что вы говорите? Что за глупости? А я все лежу и прислушаюсь. Может, сыночек мой есть. Вот умница. Внучка ты моя. Не нарадуйся на твоей умелой руке. Давай, мама, подушку чуть приподнимем. Потом, потом. Пусть немного остынет. А, дай Бог тебе здоровья. Давай. Милая ты моя. Да, запамятовала совсем. Приходил твой одноклассник. Какой одноклассник? Ну, этот, который институт кончил. Как его? Ну, сын Тагая. Касым? Да, Касым, Касым. Правда, что он мясником работает? Ну да, мясником. А что он сказал тебе? Разговор, говорит, есть. Просил срочно заехать. А когда он заходил? Да уж неделю назад. Мне пора. Надо ехать.
Завтра пришлю Джамал. Пусть она присмотрит за вами. Поправляйтесь. Джамал-то не присылай. Не присылай. Ей и так достается, бедняжке. Завтра доктор обещал быть. Фух. Да и люди заходят. Соседи. Люди. Они завтра же начнут говорить, что Делес родную мать бросил. Сынок. Что? Что, мама? У тебя все хорошо, сынок. Что такое? Да я просто так спрашиваю. А, все хорошо, не волнуйся. Сынок, нагнись ко мне. Родненький мой, единственный. Нет, все, мама. Мне пора. Пора идти. Иди. Thank you.
никто не приезжал? Нет. Шакалы. А что случилось? Чабаны устроили облаву на волков, а мне не сказали. Скоро с нами вообще никто не станет разговаривать. Хватит! Ты еще ноешь. Надоело. Решили, значит, и меня положить, как этого волка. У нас только одна компания осталась, Серым. Заткнись. Голову оторву. Не кричи на меня. Не испугаешь. Думала, образумишься, а теперь вижу, нет. Ты посмотри на себя. На кого ты стал похож? Деньги, деньги для тебя все. Ты что? Ты что болтаешь, дура? А? Для кого я работаю? Как проклятый, в могилу, что ли, все это заберу? Не знаю. Может, я и дура. Только счастья мне твои деньги не принесли. Да и твоей матери тоже. Нет. Ты мать мою не тронь. Понятно? Я что? Долг свой перед ней не выполнил, а? О каком долге ты говоришь? О пышных похоронах? Да ты пыль в глаза пускал. Потому что хотел показать, какой ты, мол, хороший. Искупить вину свою хотел перед ней. Да ты ведь сам знаешь лучше меня, что она умерла от тоски. От стыда перед людьми. От страха. От страха. За тебя. Это ты убил ее. Что? Ты. Замолчи. Ты. Thank you.
Джамал! Азим!